Электроэнергии у нас нету. А взнос оплачен за этот год. Ну, как видите. Ничего нет. Свет в гаражном кооперативе номер 10 появляется редко. У некоторых собственников, которые исправно оплачивают счета, электричества нет целый год. Причину отключения никто не знает. Собственники регулярно забрасывают председателя Николая Анашкина вопросами и жалобами, на которые тот, в свою очередь, никак не реагирует. Электрик, который здесь Николай Иванович, то есть последний раз, с которым мы созвались в грубой форме, нас послал. То есть он здесь, я его буквально видел два раза, наверное, за лето. Председателя как такового здесь нет. Когда случаются какие-то проблемы, трубки не берет. Электрик игнорируется, самоуправство. То есть перед тем, чтобы отключить энергию, во-первых, надо уведомить об этих членов кооператива и обосновать причину отключения электроэнергии. По словам владельцев гаражей, встречи председатель устраивает лишь для того, чтобы собрать взносы. Все собственники в феврале этого года сдавали дополнительные деньги на замену проводки по 2000 рублей. Электрик взял деньги за проведение медного кабеля, а в платежной книжке сделал отметку за подключение электроэнергии. И то только тем, кто это потребовал. У меня нет записи в книжечке, в этой, в платежной, потому что мы сдавали из рук в руки электрику по команде председателя. Отдайте электрику, он потом сам разберется. Соответственно, на словах все это было сказано, что будет проведена вот такая-то проводка, все это должно быть проведено с пожарной точки зрения, все должно быть очень хорошо. Несмотря на обещания, нормы техники безопасности рабочие соблюдать не стали. Из открытых распаечных коробок торчат кабели, алюминиевые провода соединены с медными, щиток разваливается, рубильника для самостоятельного отключения электроэнергии нет. Слова автолюбителей подтвердились, выйти на связь с председателем у нас тоже не получилось. Либо абонент не отвечает, либо недоступен. Оказалось, что перебой с электроэнергией не единственная проблема кооператива. Мусор владельцы гаражей оставляют за одной из построек. Организованного места сбора никогда не было, хотя деньги на контейнеры люди выделяли. В начале года мы сдавали деньги на вот эти вот взносы гаражного кооператива, и там было озвучено 500 рублей. Когда я спросила, на что, мне сказали, на сбор мусора. Объяснила, спросила, где же будет постановка контейнера. Мне объяснили, что там, где куда валили, туда и валите. Потом будет машина приезжать, все это будет грузиться, контейнера не будет. Для того, чтобы восстановить справедливость и решить накопленные проблемы со светом, мусором и расчисткой дорог, инициативные владельцы гаражей подали заявление в прокуратуру Нижегородской области. Председатель в кооперативе избирается раз в два года. Николай Анашкин занимает эту должность гораздо больше. С безответственностью управляющего местные бороться устали. Собственники планируют организовать собрание, на котором проголосуют за кандидатуру нового председателя. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.